предлагаю вам отгадать новогодние загадки. А ну скажите, ребята, вы загадки любите? Здорово! А ну скажите, вы веселые? Кто из вас громче всех хлопает в ладоши? Похлопали! Молодцы! А кто громче всех ножками топает? Потопали-потопали! А теперь, кто громче всех прокричит «Ура!»? Молодцы! Готовы слушать загадки? Готовы? Дней с ним прожито немало. Я уже привык к нему. Мне прощаться с ним вдруг стало даже грустно, потому насовсем он ведь уходит в день последний декабря. Потихоньку, незаметно, бой курантов всем даря. Кто это? Правильно! Это Старый год! Молодцы! С неба по частям упал, в три клубка скатался, с помощью детишек встал и стоять остался. Кто это? Ой, молодцы! А снеговиком уже лепили? Да! Молодцы! В снежки играли? Да! Здорово! Тогда слушайте еще одну загадку. Станет елочка в углу, у окошка на полу, а на елке до макушки разноцветные игрушки! Молодцы! Елочку уже украшали дома? Да! А звезду кто весил? Да! Да вы что, достали до самой макушки? Такие большие уже выросли. Да! Молодцы. Еще хотите загадку? Да! Зимой в часы веселья вишу на яркой елке я. Стреляю точно пушка. Зовут меня? Хлопушка. Хлопушка. Кто хлопушки уже умеет взрывать? Я. Да вы что? И что с хлопушек вылетает? Салют. Молодцы. Ну, еще одну загадку. Расписные цепи эти из бумаги клеят дети. Что это? Нет, не клеят. Гирлянды. Правильно, гирлянды. А ну скажите, кто же умеет гирлянды клеить? Молодцы. А кто снежинки умеет вырезать? Полный зал. Окошки украшать будете снежинками? Молодцы! Хорошо! Загадки разгадываете хорошо! А хлопать умеете? Давайте встретим аплодисменты!